курортная жизнь началась. Находимся на курорте и едем куда? На море. Теперь по озеру мы едем. Дороги. Северный ледовитый океан. Прям натуральный. Вот такие пейзажи. Я теперь знаю, как снимают ролики с моржами. Их все снимают здесь. Вот они, моржи. Это очень необычно. Прям совсем необычно. Такой здесь пляж. Главное с собой привезти воду, которую можно будет немножечко обтереться. Здесь вот очень глубокая полынья, я не знаю, как ее назвать. Здесь помельче. И вон там еще. Поглубже. Просто вот натуральная соль. И ты в этом солевом растворе плюхаешься. Но она очень приятная. Не жарко, не холодно. Так сказать, рафа натуральная. А тут можно брать соль. Это 98% соли. То есть она вообще в этом озере без каких-либо добавок. Ее вычерпывают, вон там комбайны стоят, и загружают в вагоны, а потом в коробки. Потом к нам в магазин. Чистейшая. Это называется средний пляж, я не знаю, как это, купальня. Вот. Ну, конечно, больше 15 минут находиться в воде. Есть и цивилизация. Здесь, пожалуйста, вот лежачки. Единственное, что здесь нет, это пресной воды. Потому что неоткуда не взяться. Нас сюда привозят вот такой автобус «Пепелац». Прям от санатория в 6 часов 200 рублей, и вы на пляже. И обратно забирает потом отсюда. Вон там далеко-далеко продолжается эта лунья. Можно плавать.